Я думаю, все, ну или многие, играли в такой мод, как История прибоя. Это древняя, но очень ностальгическая модификация, вышедшая в 2008 году. Играем мы за военного, которого зовут Прибой. Цель мода состоит в том, чтобы найти 20 различных документаций, которые спрятаны по всей зоне. Дело в том, что в зоне была секретная организация. Находилась она в мертвом городе, но после эту территорию заняли наемники, а группировка исчезла. И это все было как-то связано с Меченым. И нам предстоит узнать, что именно. Мод полностью отличается от оригинала, хоть и вышел очень давно. Напомню, в 2008 году. Деревня новичков немного изменилась, и еще тут ходят военные, а на свалке стоит исполнитель желаний. Напишите, проходили ли вы этот мод или нет, и не забывайте подписываться, тут выходит видео по сталкеру.